Всем доброе утро. Я в счастливом. Сегодня среда. И у нас сегодня товарищеская игра, как мне объяснили тренеры. Сейчас посмотрю, буду разбираться. Вроде бы как ребята старшего возраста приехали из Тернополя. Как они здесь оказались? Интересно, специально приехали, что ли? Вот, ну посмотрим. Покажу вам, как проходят товарищеские матчи на детско-юношеском уровне. Вот, также разузнаю по поводу этого Кубка Губернатора, возможного турнира, будет он или нет. У меня 2 дня не было, потому что мне нужны выходные. В общем, интересно снова увидеть команду, интересно окунуться в ее жизнь, и приглашаю вас. Ваша взаимосвязь друг с другом на уровне передачи. Передачи все должны быть идеальны. Ваши передачи все идут забеганием, со сменой мест. Общаемся между собой путем передачи. Вот и все. Самое главное, содержательное, раз переводный сейчас фланга на фланг. Параллельно двигаются фланги, параллельно тем флангам, там где развивается атака. И обязательно забегание должно быть. Обязательно. Еще раз говорю. Поменяю. Вот не будете, будете мяч поднимать, буду менять вас. Брат, первый. Роман Владимирович, ну расскажите, что это за игра будет, что за соперник и как игра получилась, как она возможность. Приехали детки 2003 года с четвертым годом. И попросили для аэропрактики сыграть товарищеские игры. И поскольку нам отменили Кубок Губернатора, то для того, чтобы у нас была игровая практика, спасибо и за такое предложение. Детки старше, чем наши дети. Ну, посмотрим просто на то, как они работают с мячиком, как мы работаем. С какого они города? Тернополь. Тернополь, да. А они в каком чемпионате, не знаете? Участвуют в первой лиге? Выше? Я не знаю, это другая зона. Ну, я так думаю, что скорее всего это первая лига и другая зона. Ну, для вас, я так понимаю, важно то, что это будут взрослые дети. Да, да, они просто старше нас, а мне интересно, как на фоне людей, которые старше, выглядят наши, которые помладше. Угу, хорошо, спасибо. Олег, ну, во-первых, это, так понимаю, для тебя дебют будет в команде игровой? Нет, нет? Уже играл. Уже играл. Ну, для тебя это как коротко, да? То есть редко бывает. И для тебя сейчас... Ну, сейчас, да. Как ощущение? Приятно. Проголодался, да? Да. Ну, давай, счастливо тебе. Успехов. Спасибо. Олег, получается, как бы не играл первую часть чемпионата высшей лиги, потому что он позже пришел, и он не заявлен. Будет заявлен на вторую часть чемпионата. На него здесь рассчитывают, поэтому вот сейчас ему дают возможность выйти в основном составе на товарищеский матч. Посмотрим. Видно по глазам, что вратарь голодный, хочет забирать все мячи, все удары и играть ногами. У него есть и сильные, и слабые стороны, это обсуждается тренерами. Ну вот, хочется посмотреть, как он сейчас вот в режиме игровом будет выглядеть. Я думал, это стеночка была. Это оговорки, это все оговорки. Я знаю, что он настоящий футболист, а мяч под контролем. Это в балуде стиле. Я даю, это балуде. Положи в сетку. Или возьми. Опа, лежа, ушли со скоростью.
Братаны подходят. Право гостям, да? Мяч, ворота. Ваш мяч. Ну, визуально, конечно, видно, что ребята, которые приехали поиграть товарищеский матч, старше. Это хорошее испытание. Роман Владимирович говорил об этом перед игрой. Это хороший соперник, потому что ребята старше, выше, взрослее. И это хорошее испытание. Это вот как раз, наверное, в контексте того разговора о том, насколько важно детям контактировать с более взрослыми партнерами. Потому что ведь, мне кажется, даже сложность, наверное, проблема для детского футбола, то, что ребята играют в своем возрасте, они замкнуты на своем поколении. И очень важно, чтобы они контактировали со старшим поколением, потому что дети очень хорошо обучаются и быстро обучаются. И важно им видеть пример того, каким можно быть, как можно на тренировках заниматься, как можно играть, как можно исполнять какие-то элементы. В общем, я думаю, что сегодня как бы ситуация не та, да, когда на тренировку приходят более старшие и занимаются. Сегодня ситуация, когда с более старшими ты играешь против них. Но это тоже очень важно. Ребята стараются выполнить установку, которая была от тренеров. Контролировать мяч с первых минут. Короткий, средний пас, быстрый пас, 1-2 касания. И только вот можно... Роман Владимирович говорил о том, что можно усложнять и да, импровизировать с количеством касаний уже возле штрафной площадки. Там можно проявлять свои технические элементы. Ну, вот был первый угловой. Пока действительно ребята контролируют мяч. Два тайма по 35 минут. Хорош! Вот там урожай! Все! Опять! Я попросил! 1-0. 1-0. Хорошая комбинация с левого фланга. Немножко она задержалась, но потом ребята нашли выход, как выкрутиться, и попали в штрафную площадь, а дальше там уже Ярослав Колесник, если не ошибаюсь, забил с левой ноги. После того, как команда забила, выполнила установку, да, тренерскую, игра начала снова разлаживаться. И как будто бы исчезла вот эта концентрация стартовая. Но это важный момент. Такое случается и на профессиональном уровне. Очень часто случается. Когда теряется концентрация, и тогда появляются шансы, и мяч появляется у соперника. Вот сейчас нужно научиться в этом возрасте включать эту концентрацию, предсказывать то, что потеря концентрации после успеха, она, ну, это большая опасность. И нужно предсказывать эти моменты и учиться вот прямо на поле, да, без тренерской какой-то подсказки, потому что тренерское вмешательство, оно невозможно уже в игровом режиме. Оно возможно только в перерыве. Но до перерыва же нельзя играть в таком состоянии. Нужно приходить в себя, нужно понимать, что сейчас есть опасное положение. И вот ребята пока вот так вот уже потерялась эта конструкция, которая была с самого начала. Динамика, ритм и синхронность. На переднюю, Гуля! Да! Да! Хорош, Сань! Оу, отойди, дай чего туда, сейчас. Стратанул, стели. Иди, Стеша, иди, Стеша! Давай, давай, там быстрее. Да нет, дай, Стеша. Нет.
Даня Кривсун забил со штрафного под острейшим углом под дальнюю стойку. Ну, в общем, это уже начало второго тайма. Опять бросается в глаза то, что только после общения с тренером команда начинает действовать вот так, как она действует. Да? Вот то, что было во втором тайме после первого забитого мяча, ну, это классическая потеря концентрации, когда кажется, что все пошло уже, да, и начинаются какие-то вот такие провалы, да, в контроле мяча, в управлении мячом, в пасе. И в итоге команда так и не смогла прийти в себя, только вот когда получила установку в перерыве. Только после этого команда снова зашевелилась и начала действовать так, как она умеет. Сейчас вот интересно, сможет ли команда продолжить действовать так, снова добившись успеха, забив, получается, в начале второго тайма. Ну вот сейчас игра меняется. Ребята сделали выводы по поводу первого тайма, по поводу того, как они потеряли концентрацию. Им сейчас тоже тяжело в моментах каких-то там приемов мяча. Видно, что в простых ситуациях им кажется, что ну вот сейчас банальная ситуация, да, что там и пас пройдет, и прием пройдет, а в итоге как будто бы отключается внимание и ну, просто простейшая ошибка. Но в целом, мне кажется, что действительно удалось им понять, в чем проблема в первом тайме. Это очень важно в таких вот матчах, где не давит, да, тебе на спину результат, ответственность за результат. Это просто контрольная игра. Именно здесь тренируется вот эта концентрация, работа с концентрацией, потому что внимание все время из-за того, что нет ответственности, оно выключается. Но нужно тренировать именно вот в таких матчах, и тренируется борьба за концентрацию, что нужно делать свое дело, какие бы обстоятельства ни были, какие бы условия ни были, нужно делать свое дело в любой ситуации. Делать то, что задумывалось, делать то, что обговаривалось, выполнять эти функции до последнего. 1-2 паса обговаривалось, значит, нужно делать 1-2 паса. Не делать длинных передач, значит, не делать длинных передач. Нужно все время делать методично, пусть это и многим ребятам в таком возрасте непонятно, может быть, и хочется сразу двигаться к воротам, сразу хочется забивать. Но дело в том, что эти ребята идут к профессиональному футболу, и в профессиональном футболе там совсем другое понимание игры. Там важно понимать, что ты не только работаешь с мячом, ты работаешь с пространством. Ты в первую очередь работаешь с пространством, и освобождая пространство, ты туда помещаешь мяч. И важно еще также чувствовать соперника. Важно понимать, что когда игра у тебя идет в пас, вот, да, в который сейчас команда счастливо пытается играть, соперник в этот момент, нужно понимать, что соперник в этот момент нервничает, соперник в этот момент истощается. И что где-то, буквально потерпев, действуя своими методами, да, оговоренными, потерпев, можно через 5-7 минут добиться проникновения в штрафную и реализовать. И реализовать свой шанс. Вот сейчас команда именно это и демонстрирует. Она старается, она очень старается держаться, работать со своей концентрацией и придерживаться того плана, который был установлен тренерским штабом. Доходит до ворот и контролирует много мяч, хорошо контролирует. И нужно это продолжать делать. Нужно, какой бы счет ни был, какой бы соперник ни был, какой бы статус игры ни был, сейчас ребята тренируются, и главный их враг – это сейчас даже не условия, а они сами себе. 3-0. Вот это пример того, о чем я говорил, почему нужно никогда
не менять своих решений. Это ведь из той же области. В футболе важно делать то, что ты решил. А команда решила действовать вот так, как она решила на предматчевой установке. Поэтому, когда команда забила быстрый гол в первом тайме, она поменяла свое решение. Она начала действовать, начала отходить от того решения. Только что ребята забили четвертый мяч, 4-0. Ну, я так, если честно, не понял, то ли Тернополь, то ли Черновцы команда. Но я думаю, это не особо важно. Команда более старше на год-два. И важно то, что команда действительно сделала выводы, то, что я для себя вижу. Команда сделала выводы из первого тайма. Первый тайм начали хорошо, потом концентрацию полностью потеряли, забыли. Видимо, почувствовали какую-то слабину соперника, да, и свою силу. А это плохо. Это плохо терять концентрацию в таком состоянии. Но я еще раз скажу, это проблема на самом деле. И на профессиональном уровне большие команды тоже это допускают, но нельзя этого делать. И это хороший матч, хороший опыт. Второй тайм стал доказательством того, что нужно всегда сохранять свою идею. Не стоит от нее отклоняться. Нужно выполнить свою идею, выполнить свои решения, там, повести 2-0, 3-0, и потом уже можно где-то импровизировать, фантазировать, отходить. Когда ты обеспечил себе безопасность, можно усложнять идеи. Ну вот, 4-0. После разговора с тренером ребята поняли, какие их идеи, вспомнили свои решения. Кажется, счет 5-0. Несколько голов было забито с помощью прессинга. Это очень важно отметить. Это настойчивость, настырность, она, конечно же, обескураживает иногда соперника. И если у ребят не получается, да, вот концентрация с мячом, есть вопросы к этому моменту, да, то вот в прессинге, мне кажется, вот без мяча, в прессинге без мяча, они сегодня очень хороши. Я так понимаю, у команды соперника пошли замены, и состав, скажем так, видоизменился серьезно, поэтому сейчас так все успешно получается. Матч закончен. 6-0. Ну, была поставлена задача им играть в быстрых два касания, контролировать мяч. И детки, мне было интересно посмотреть на уровень команды, которая там старше и из другого города. Я думаю, что все получилось у них. Мяч они контролировали, выиграли всю игру, весь подбор. Было интересно в первую очередь, наверное, им играть, когда используется минимальное количество касаний. Заставляет больше, наверное, людей эта задача думать. Как открыться под человека, как предложить себя, что надо делать после передачи. Ну, я доволен. Сыграли все на позитиве, закончили сезон, будем готовиться теперь к следующему сезону. Ну, в этом матче была сложность, да, был такой переломный момент, когда ребята быстро забили,
а потом как будто бы вот почувствовав слабину соперника свою, да, начали, да, плыть, да, 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 терять себя. Ну, начали чуть-чуть уже недооценивать. У них уже пошла недооценка соперника и переоценка своих возможностей. И поэтому их надо держать в ежовых рукавицах и никуда от этого-то не денешься, потому что, ну, дети есть дети. Вот они не могут, они не понимают, что даже можно выигрывать 2-0, можно проиграть 3-2 игру, как бы все ж это во взрослом футболе есть. Но детей надо учить расти по-взрослому и думать по-взрослому. Ну вот мне кажется, как раз для них вот то, что я... Нет, ну очевидно, да, первый тайм 1-0, второй тайм 5-0, да, получается? Ну, где-то там много 0, да? Вот, а и вот мне кажется, они увидели как будто бы, что может быть, да, как в первом тайме, или что может быть, когда вот реально ты выполняешь тренерскую задачу? Да вот, мне кажется, что они увидели, ощутили, когда ты выполняешь задачу тренера и, наверное, его просьбу, установку, то, что он говорит, все-таки как это влияет на игру, на ход событий, на результат влияет.